Борьба с коррупцией – очень важное дело в нашем государстве. Государство погрязло в коррупции. Это очень важно. Только у меня хотелось бы, чтобы эти люди на самом деле хотели бороться с коррупцией, а не возглавить коррупцию. У нас все такие действия заканчиваются тем, что вот эти вот люди хотят возглавить коррупцию. Я имею в виду тех людей, которые вот организовывают всякие такие мероприятия. У нас в Харькове, если не ошибаюсь, более 20 организаций, которые называются там «Общественность против коррупции», «Борьба с коррупцией», все. А если посмотреть, их всех надо в одну каталажку и в тюрьму посадить. Они сами все коррупционеры. Механизм должен быть на государственном уровне, законодательный. Для этого есть история разных демократических государств. Надо оттуда взять самое лучшее и применить это у нас. А когда собираются коррупционеры говорить о том, что давайте бороться с коррупцией, это совсем другое. Дай Бог, чтобы на этом форуме этого не было.